Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот шоколадку Бабаевский. Такая маленькая, компактная шоколадочка у нас, со вкусом миндаля. Темный шоколад здесь, и меня, честно говоря, сейчас удивило, я пока смотрела, здесь целых 90 грамм. То есть, в принципе, сейчас вот эти наши большие, обычные, стандартные шоколадки как раз где-то 85-90 грамм. А здесь такая маленькая и якобы тоже 90 грамм. Вот. Вот так она выглядит. Покупала ее в фикс-прайсе. Так, еще меня удивил сайт. shopalenka.ru, то есть, наверное, это от Аленки. Шоколадка же у нас Аленка есть. Есть. Вот, видимо, это все делается на одной шоколадной фабрике. Так. Здесь можете посмотреть. Вот, посмотрим, давайте, состав. Кому интересно, нажмите сейчас стоп и посмотрите. В принципе, он довольно нормальный такой. Особенно вот молочный жир, они прям жирным таким выделены. Ядро ореха миндаля цельное. Вроде как должно быть цельное. Давайте с вами его проверим. 55% какао. Ну, Бабаевский, он очень хороший довольно. Он ценится. Так, также нам понадобится наша помощница тарелочка. Не хочет вылазить. Вот так она выглядит. Очень красиво. Посмотрите, какая она красивая. Маленькая такая, компактная, поместится в каждую сумочку любой дамы. И, конечно же, здесь видны, в принципе, те самые орешки. Вот они немножечко виднеются. Аромат. Прям аромат изумительный. Ну вот, он здесь тоже виден. Да, кстати, его видно даже здесь, что его довольно много. Миндаля. Не знаю, интересно, он в каждой плиточке или нет. Интересно, если он окажется посередине. Ну, следы, конечно, оставляет. Не знаю из этого, какой можно сделать вывод. Должен оставлять следы шоколад или не должен. Здесь, я думаю, шоколад натуральный, поэтому, наверное, он все-таки должен. И давайте попробуем. Здесь у меня как раз вот есть орешек. Сейчас мы его испробуем. Сладенький такой, не приторный. Просто немножечко такой сладенький. Орешек хрустящий такой, цельный, вкусный. Не заметила вкуса миндаля, просто какой-то там орех. Вот шоколад сам вкусный такой, немножко какая-то кислинка есть. Послевкусие остается очень приятно. Чувствуется, что шоколад довольно хорошего качества. Не абы какой. Давайте попробуем вот эту вот, по-моему, здесь... А нет, тут есть орех. Может быть, тут нет его. Кстати, внутри вот здесь очень хорошая прослоечка. Да, довольно вкусно.
Прям такой настоящий, хороший шоколад такой, прям шоколад-шоколад. Но очень вкусный, очень понравилось. Ну, тут, кстати, не было кислинки. Вот, видимо, это в орехе, может быть. И орешка, естественно, у меня здесь не было. Хотя там был какой-то маленький бугорочек. Но, видимо, орех не в каждой плиточке попадается. Очень хороший, красивый, качественный. Его, в принципе, можно подарить. Ну, просто подарить как подарок. Такую маленькую, красивую, компактную шоколадку. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите комментарии, как вам понравилась, не понравилась такая шоколадочка. Какие вы еще хотите обзоры? Я ваши комментарии читаю, вы их пишете. Сейчас мне стали писать очень много хороших комментариев. Огромное вам спасибо, я все читаю. Мне очень-очень приятно, что вы мне пишете. Вот. И всем пока-пока. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, да, как я уже говорила. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы с сыночком живем, отдыхаем, как мы занимаемся, как сынок у меня развлекается, развивается. Вот моему сыночку 2 года и 2 месяца. Наверное, пока этот ролик выйдет побольше, ему уже будет. Вот, обязательно смотрите. И всем пока-пока.